спортивном комплексе «Артишок» торжественный и волнительный момент. Эти 14-летние подростки стали на шаг ближе ко взрослой жизни. Им вручили самый важный документ в их жизни – паспорт. Документ Конституции Российской Федерации и сувениры школьникам вручили председатель Совета депутатов городского округа Сергей Малиновский и глава Химок Дмитрий Волошин. Очень хотелось, чтобы вы свою жизнь связали с Химками, остались в этом прекрасном и чудесном городе жить и работать. А мы будем всегда для вас опорой и можете всегда рассчитывать на команду администрации города. Документ, кроме того, что он подтверждает ваши права и обязанности, он говорит о главном, о принадлежности к нашей большой и великой стране. Стране, которая дает вам очень много возможностей, и все это в ваших руках. Со вступлением во взрослую жизнь юных химчан поздравили депутаты Совета депутатов городского округа Химки. Искренне желаю им стать достойными гражданами нашей страны, потому как от таких людей, от достойных, зависит благополучие, благосостояние и величие нашей страны. Для каждого из подростков это большое событие. Оно знаменует начало самостоятельной жизни. Ребята и родители не скрывали, что сегодняшний день они запомнят на всю жизнь. Теперь я на полпути в взрослую жизнь. Я теперь могу устроиться на работу. Ну, нам предложили, да, в школе посетить данное мероприятие. Были очень рады приглашению, увидеть главу города. Очень было приятно, что глава города лично вручал паспорта. И как раз и для детей очень приятно, что это как раз очень такой не просто там прийти, получить паспорт, а все-таки как бы волнительный такой момент. И вот ребенок очень рад. Традиция вручения паспортов в торжественной обстановке в Химках зародилась несколько лет назад благодаря проекту губернатора «Чуткая власть».